«Настрой» – музычно-забавляльная программа. Сябрых, это первый национальный канал Белорусского радио. 14:20. Ну и, как мы и обещали, самые чудовные гости у нашей студии. Так, а у нас сегодня в гостях наместник директора и актер Тульского академического театра драмы имя Максима Горького Алексей Емельянов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рады видеть вас у нас в гостях. Каждый год практически, потому что каждый год у вас гастроли здесь. У нас стала хорошая, добрая традиция. Вы уезжаете, мы уезжаем к вам тут на вашу концертную площадку. Совершенно верно. Только в этом году мы будем гастролировать в немного необычном для Минска формате, потому что гастрольный проект «Старый Новый год» с Белорусским музыкальным театром существует уже 5 лет. Вот уже 5-й год он в Туле будет проводиться с 11 по 14 января. А вот, так сказать, в обратную сторону мы работаем его впервые. Мы впервые в рамках проекта «Старый Новый год» с Тульским академическим театром драмы будем на сцене Белорусского академического музыкального театра с 11 по 14 января с тремя нашими спектаклями. Уже совсем скоро, после Нового года, Старый Новый год будем с вами встречать. Да, кажется, что сегодня вот только 9 ноября, а до Нового года-то осталось меньше двух месяцев. Вроде лето начало было. Да. Совершенно верно. Ты и я в этой студии был всего лишь навсего в марте этого года. Это тоже так недавно. Расскажите, Алексей, что вы привезете нашим слушателям, зрителям? Мы привезем премьерную работу нашего театра, спектакль по пьесе Эриха и Эммануэля Шмидта «Последняя ночь Дон Жуана». Спектакль был поставлен режиссером Московского театра Романа Виктюка Андреем Боровиковым. Имя Романа Виктюка говорит да. за Конечно, себя. Да. Андрей Валерьевич его самый главный помощник в театре, поэтому спектакль сделан немного в эстетике Виктюка, но без пошлости. Это я сразу говорю. Пьеса очень красивая. И спектакль получился невероятно красивый, потрясающие костюмы, великолепные декорации. А жанр какой? Жанр веселая драма. Жанр тоже очень необычный. Это действительно, это не комедия, не трагикомедия, не драма. Это вот нечто... Просто наша жизнь, да? Просто наша жизнь. Но хотя сюжет весьма исторический. Дон Жуана вызывают вот так вот вроде бы на бал. А на самом деле собирается 5 женщин, им обманутых и брошенных. И они его судят и говорят: выбирай, дорогой, либо Бастилия, либо ты женишься вот на одной из нас. И вот что из этого вышло, вы увидите в спектакле. Но спектакль, кроме всего прочего, имеет еще и глубокий философский подтекст. И сама личность Дон Жуана весьма выводится в неординарном смысле. Оказывается, что Дон Жуан вот так его метает между женщинами только потому, что он не умеет любить по-настоящему. Это долгожитель спектакль в вашем театре? Нет, это премьерная работа нашего театра. Ну и в результате всех вот этих вот потрясений, которые на него за эту ночь сваливаются, действие происходит в течение одной ночи, он первый раз в жизни любит по-настоящему. Вот такая пьеса. Такая мораль. Да. Второй спектакль – это комедия по пьесе американского драматурга Дэвида Уильяма Кристнера «Знойные мамочки». У нас тоже идет этот спектакль, «Театре Горького», да? Этот спектакль мы даже уже привозили к вам однажды. Я вам больше скажу, что Сергей Михайлович Ковальчик, который поставил этот спектакль в Театре Горького, поставил его с нашей подачи, посмотрев наш спектакль. Ему так понравилась пьеса, что он захотел поставить его у себя в театре. Про этот спектакль скажу. Это очень смешная комедия, но не комедия положений в чистом виде, а комедия характеров. Тут великолепные образы, прописанные драматургом, и великолепные актерские работы. И в главных ролях наши замечательные заслуженные артистки Наталья Савченко и Любовь Спирихина, которые, я надеюсь, уже полюбились минскому зрителю. Еще могу сказать про этот спектакль. Это первая постановка этой пьесы в России. Сейчас она уже и в России, и вот в Беларуси широко идет, а мы поставили первыми.
У вас какая-то оригинальная своя версия, да? Разумеется, конечно. Музыкальная, пластическая у вас? Нет, она традиционная, драматическая, но она поставлена именно как комедия характеров, как столкновение характеров, столкновение разных поколений. И мы никогда не делаем чисто развлекательные спектакли. В этот спектакль тоже заложен достаточно глубокий смысл взаимоотношения в данном случае не отцов и детей, а матерей и детей. Тоже очень хорошая тема, правда? Очень хорошая. Очень глубокая тема, и она раскрывается самым неожиданным образом, но для того, чтобы это увидеть, нужно просто прийти в театр, посмотреть этот спектакль. И для детей, разумеется, традиционно мы привезли сказку. Это наш очередной эксклюзив. Эта пьеса родилась в нашем театре, и режиссер-постановщик и автор пьесы Вениамин Найман, и композитор, наш тульский композитор Сергей Уткин, создали такую новогоднюю фантазию, рождественскую, я бы сказал, она и называется так, «Сказка рождественской ночи», об ожидании чуда, о добре, о любви, о том, как нам не хватает в жизни просто элементарно человеческого тепла и внимания. Ну и, разумеется, Рождество – это время чудес, и чудеса на сцене будут в невероятном количестве. А возраст какой, Алексей? Возраст мы приглашаем деток от 4 лет на этот спектакль. Разумеется, с родителями, потому что мы позиционируем этот спектакль как мюзикл для детей и взрослых, для семейного просмотра. И я вас уверяю, что ни одно сердце в зале не оставит равнодушным этот спектакль. А вот атрибуты новогодние традиционно? Дед Мороз, Снегурочка, там Баба-Яга. Кто хочет украсть Новый год, будут? Нет, это не будет. Мы все-таки больше в рождественскую тематику в этом спектакле углубились. Вот ангел в этом спектакле будет, это я вам обещаю. Вот это вот действительно рождественский, наверное. Да. Кстати говоря, вы и приедете-то практически после Рождества, несколько дней. А Рождество и Новый год вы будете встречать все-таки дома или на сцене? Ой, конечно же, на сцене. На сцене, да? Потому что новогодняя рождественская пора, она в театре самая горячая. У нас идет по 3, а то и по 4 спектакля на наших сценах. У нас их 2, основная и малая. И, как правило, в это время самый огромный зрительский наплыв за сезон. Плюс в этом году у нас все пойдет тоже дома в очень необычном формате, потому что Тула в этом году приняла эстафету такой федеральной программы. Это называется «Тула – новогодняя столица России». Mm-hmm. В связи с этим будет очень много мероприятий, в том числе и в нашем театре. Это здорово для вас. Именно в самой Туле или вообще тоже в каких-то регионах там, да? Это в каждом году новый регион принимает эстафету вот этой столицы вот новогодней столицы. Интересно будет. Да, у нас будет резиденция Дедушки Мороза, того самого из Великого Устюга. И мы ожидаем огромный наплыв туристов, поэтому... Будет весело. Будет очень весело. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, как раз-таки сами эти спектакли, которые будут у нас, с каким успехом они идут дома? Это аншлаговые спектакли, очень популярные. «Знойные мамочки» у нас идут уже с 2016 года. Не было ни одного спектакля без аншлага. И на гастроли мы его активно возим. То же самое пользуется большой популярностью. Спектакль «Последняя ночь Дон Жуана», несмотря на то, что он премьерный, он вышел в апреле 2018 года. Мы успели сыграть всего 8 спектаклей, но тоже на аншлагах, и зрители раскупают билеты на еще этот премьерный спектакль. Потому что здесь. Премьерный, да. Конечно. И вот эта наша рождественская сказка, к сожалению, она вот такая датская. Мы ее играем только на Новый год и Рождество. Поэтому она тоже собирает огромное количество зрителей. Алексей, забыли мы про подарок, который приготовил музыкальный театр, дорогой гость. Не только музыкальный. И уговорили вы нас просто И Тульский академический театр драмы тоже. Я с большим удовольствием представляю сегодняшний подарок. Это приглашение на спектакль Белорусского академического музыкального театра. Показ сегодня снимают. «Однажды в Чикаго», который состоится 15 ноября. Вот, но это еще не все. На двух человек. Угу. К этому приглашению от Тульского академического театра драмы мы прилагаем еще
наш знаменитый тульский пряник. Вот это повезет кому-то. Да, замечательный подарок. И несколько слов о спектакле. Это музыкальное ревью по мотивам произведения «В джазе только девушки», которые мы все хорошо знаем. Вот, поставила этот спектакль Сюзанна Цирюк. И в главных ролях ведущие актера театра Екатерина Дегтярева, Денис Немцов, Сергей Спруть, Виктор Саркунович и многие-многие другие ведущие актеры Белорусского государственного академического музыкального театра. Замечательный подарок. И сегодня просто какой-то праздничный день. Это здорово. Казалось бы, Новый год приходит, да? Вот ощущение праздника, оно удалось. Пускай ощущение праздника будет. Ну, Новый год, он приходит обычно постепенно и задолго заранее до, собственно, даты Нового года. Потому что для меня лично Новый год – это ощущение. Именно ощущение. А ощущения, они приходят постепенно, накапливаются и вырастают. Это самое великолепное ожидание. Да. Сейчас стало очень модным, я не знаю, как у вас в России, у вас в Туле, вот у нас в Беларуси, проводить 31, допустим, декабря где-то в театре, где-то на каком-то концерте, вот получить вот этот заряд эмоций новогодних и идти потом к праздничному столу, смотреть телевизор, есть оливье. У нас такой традиции пока нет. У нас 31-го все предпочитают с утра либо бегать по магазинам, суетиться, резать салаты. Да. В театр никого не заманишь. А вот начиная со 2 числа... Это... Ваши выходные? Выходные, да. У всех, кроме работников театра, культуры. Да. Скажите, а вообще вот в Тульском регионе, в Туле, в России, все-таки Рождество или Новый год? Все-таки Новый год пока. Хотя Рождество сейчас у нас тоже возведено в ранг такого же национального праздника. Рождество празднуют все храмы. Не то, что не пустует в храмы, конечно, бывает не протолкнуться в рождественскую ночь, на рождественскую службу, это не может не радовать. Возвращение к корням, к традициям, это всегда радует. А вот для театра возвращение к корням и к традициям, если вот сказать о Тульском театре, это какие традиции? Тульский театр всегда был актерским театром. При наличии громких режиссерских имен мы очень много приглашаем хороших режиссеров. У нас и свои режиссеры, которые ставят спектакли тоже в наших традициях. Но они все работают на актера. Вот Тульский театр, актерский, так сложилось испокон веков. Еще с тех пор, когда театр только делал первые шаги. Начнем с того, что на нашей сцене работал Михаил Семенович Щепкин. Именно из Тулы его забрали в Малый театр. Он всего год у нас успел проработать. У вас кадры, которые разбирают кузница потом кадров. Вся кузница Россия. Кадров. Профсадовский, родоначальник, опять же таки, актерской династии Малого театра, начинал первые шаги на нашей, на тульской сцене. У нас очень развита преемственность поколений между артистами. У нас институт наставничества очень ценится, он очень высок. Старшее поколение очень опекает молодых, дают советы, помогают. Вообще у нас театральный коллектив и одна большая семья. Мы вот семьей живем, общими бедами, общими радостями. И это очень хорошо. Откуда к вам приходят кадры? Из каких вузов, институтов? Из разных, и из ведущих наших центральных вузов, и из московских училищ Щукина, Щепкина, из Санкт-Петербурга, из наших провинциальных вузов, из Ярославля, из Нижнего Новгорода. И у нас еще 12 лет существовал специальный курс от Ярославского театрального института. Вот я, например, выпускник первого набора этого курса. То есть... Кадры есть, и они, даже вот молодежь, которая вливается в коллектив, они очень быстро в Туле становятся заметными людьми, потому что в Туле театр пользуется большой популярностью. Есть где развиваться. Это здорово. Есть где развиваться. Скоро придется распрощаться с вашими подарками, Алексей. Напоминайте еще раз, потому что... Не жалко? Объявляем номер телефона. Не жалко. Итак, сегодняшний подарок – это приглашение на 2 персоны на спектакль Белорусского государственного академического музыкального театра «Однажды в Чикаго», который состоится 15 ноября. Партер, девятый ряд, место 34-35. И в приложении к этому подарку
наш знаменитый тульский пряник весом в 1 килограмм. Уважаемые слушатели, подарки. Да, все для вас. Я надеюсь, что вы уже готовы прочитать в нашем официальном паблик-аккаунте в Вайбере кодовую фразу, которую я сам придумал своим волевым решением, уже забросил в паблик-аккаунт. А да, нас никто да, не спросил. Да. Сюрприз для вас будет. Уважаемые слушатели, эта фраза сейчас в паблик-аккаунте. Ждем звонок на номер 284-87-21. Есть победительница. Алексей, есть сейчас вы человек, услышите ее, которая пойдет на этот спектакль замечательный. Очень хорошо. С тульским. Жду. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Людмила, я из Минска. Мы вас поздравляем, Людмила. Большое мне кажется, что, мне кажется, что вы счастливый человек, потому что столько уникальной возможности пойти на спектакли, концерты у вас. Погоди, может еще... Я очень рада. Я очень благодарна белорусскому радио. Может, еще Людмила не пойдет, а фразу-то мы не услышали? Джази только девушки. Совершенно верно, совершенно да, правильно. Так. Потому что спектакль такой, да? Спектакль, да, «Однажды в Чикаго», который сделан как раз-таки по мотиву этого фильма, поэтому Андрей закодировал эту фразу. И какого числа, Алексей, скажите, это 15 ноября, начало в 19 часов. Но я думаю, что тульский пряник до 15 ноября не доживет. Вы его съедите, Людмила, раньше. Надо приезжать побыстрее, действительно. А вы слышали о таком тульском театре? Конечно, и пробовала, очень вкусно. Театр, да? Театр пробовали или пряник? А вот когда театр был на гастролях у нас в Минске в прошлом году, вам посчастливилось что-то посетить, что-то увидеть? Нет, в прошлом году не смогла. Ну вот в этом году, когда еще начинается гастроли? Приходите, мы вас будем очень ждать. С 11 по 14 января на сцене Белорусского академического музыкального театра. Я уже все себе пометила. Видите, как здорово, отлично. Спасибо вам, Людмила. Спасибо, Людмила, спасибо огромное. После эфира мы созвонимся, я расскажу, как забрать пригласительный билет и огромный тульский пряник. Алексей, все-таки вы и актер, да, и заместитель директора, вы появляетесь на сцене, вас можно увидеть в спектакле? О, да, конечно, в этом году нет спектакля с моим участием, в этом году мы не привозим. Но вообще я достаточно много сейчас работаю. Да. Вот вы в прошлом году с сынишкой были. Сынишка тоже уже подрастает, хочет быть актером. Работает в театре? За кулисами, как папа работает, да, в кабинете именно, папа работает. Именно да, так. Да? Вы не противитесь этому, как нет, вы считаете? Нет, у нет. него есть к этому вообще-то у него талант? У него есть и самое главное стремление к этому, и способности. Вот он у меня учится в театральном классе лицея искусств. И ему это очень нравится. Продолжит династию. Будем надеяться. А на ваш взгляд, для того, чтобы все-таки стать хорошим актером, вот как резюме, давайте сегодня так подведем, что надо? Ну, кроме таланта, прежде всего, нужно жить театром. Любить театр. Любить театр. Дышать театром. В общем, это профессия для фанатиков. Случайных людей в театре не бывает. Случайные люди в театре не уживаются. Это самое главное. Ну и, конечно же, уметь и любить учиться. Потому что артист учится всю свою творческую жизнь. Если у тебя пропадает способность учиться, да, совершенствоваться, ты очень быстро закончишься как артист. Заканчивается, к сожалению, наш эфир. Вот что еще, какие постановки и премьерные ждут ваших зрителей в вашем театре? У нас этот год очень насыщенный на премьеры, но сейчас вот под Новый год мы готовим целых 3 детских спектакля. Один – это спектакль по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Также мы запускаем интерактивный проект «Крохотеатр». Это для театра для самых маленьких, от 0 до 4 лет. У нас будет идти на малой сцене. Вот там готовятся целых 2 спектакля. Спектакль «Мамина любовь» и спектакль «Зимние сны». Это все спектакли в форме игры «Люди и куклы» для самых-самых-самых маленьких. Для взрослых в начале декабря выходит спектакль по пьесе Лопе де Вега «Умная дурочка». Это ставит наш художественный руководитель Дмитрий Краснов. После Нового года нас ждет спектакль по рассказам Василия Макаровича Шукшина «Кони привередливая» будет называться. Будет ставить замечательный российский театральный режиссер, заслуженный артист России Родион Юрьевич Овчинников. Кроме этого,
экспериментальный спектакль по современной пьесе Василия Сигарева «Алексей Каренин» на мотивы и темы Анны Карениной. Ну и закроем мы театральный сезон, мы будем очень надеяться, совместным проектом с Белорусским академическим музыкальным театром «Шедевры мировой классики в Тульском Кремле». Мы сейчас активно обсуждаем этот проект. Замечательно. Он уже вот-вот рождается, и будем надеяться, что в самом начале июня в Тульском Кремле он у нас случится, состоится. Мы даже не сомневаемся в этом. Пускай все задуманное обязательно сбудется. И ждем вас на гастролях с нетерпением. Спасибо вам большое. Спасибо, всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. А у нас в гостях был наместник директора и актер Тульского академического театра драмы имя Максима Горького Алексей Емельянов. Наша программа на сегодня завершена. Разом с вами у эфира были Яна Ходовска, Андрей Синица, Юрий Трошинский. Всем счастливо.